27 июня 2018, время 19:19, и вот у нас ЧП в Николаевске. Ехали мы из леса, возвращались по грибы, ездили, все стоят, все перегорожено. На, получается, перекресток Луначарская, какая там улица тут? Хабаровская. Луначарского-Хабаровская. Как обычно, толпа зевак. Всем интересно понаблюдать. Ну а мы здесь волей случая. Мы, собственно, здесь проездом. Давайте посмотрим, что произошло. Ёкарный театр. Вообще жесть. Машина вообще улетела. Страшная авария произошла. Работают эксперты. Подобных съемок, но вот волей случая оказался рядом. На сторонку отойдем еще отсюда. Нижнеамурцы, земляки, будьте осторожны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения. Особенно будьте внимательны на вот этом перекрестке Хабаровского-Луначарского. Николаевск на Амуре, день за днем. Роман Зайцев, живу на ДВ. Еще раз, будьте внимательны на дорогах и не нарушайте правила дорожного движения.